осторожно, не столкни. Я прям подведу, ты его потом подведешь. Ты только когда увидишь его, тогда это... Не-не, убери его. Короче, ребятушки, у нас предложение. Сейчас вода прет, прет вода. Мы думаем, водка слеповая, там туда-сюда. Мы тут только приехали. Но предложение есть другое. На Горьковском водохранилище рыба клюет. Понимаете? Очень много. Да, и очень много. То есть смысл сейчас, короче, на два дня отсюда с Астрахани вернуться на Горьковское водохранилище, потом вернуться еще через три дня сюда и плавать. Короче, что будет, наблюдать. Что будет, вообще страшно.